Дворцы, памятники, мосты, гостиницы. Ульяновск – энциклопедия архитектурных стилей. Он удивляет, вдохновляет днем и по-особенному ночью. Зажигает тысячи огней, город меняет облик. В новом свете представили улицы Гончарова, Гимова и Спасская. Образец дореволюционного модерна – бывший особняк купца Шатрова, ныне дворец бракосочетания. Творение архитектора Августа Шаде. Элементы французского классицизма для специалистов – признак стиля и набор ничего не значащих терминов для обычного пешехода. Новая художественная подсветка расставляет акценты, объясняет, куда смотреть. Основная доля установки элементов освещения пришлась на 2017 год. Мы своим примером показывали, подсветили порядка 25 зданий. И нас даже стали обгонять иные собственники. Началось вот с Гончарова 30. Собственники показали пример всем остальным, что дело это стоящее. Администрация города Ульяновска обратилась к нам с просьбой подсветить это здание. Мы считаем эту инициативу очень правильной. Власть очень вовремя обратила на это внимание. Мы с удовольствием откликнулись на эту инициативу. Изменения коснулись гостиниц «Венец» и «Волга», объекта сталинской архитектуры, здания детского мира. Их подыграли холодным белым. Мы при установке системы освещения используем только современное оборудование, очень маломощное, светодиодные и долговечные. Поздней осенью, когда день короче и темнее, психологи рекомендуют больше гулять и не обязательно выезжать за город. 15 минут променада по сияющему городу, и положительные эмоции вам обеспечены. Марина Тимофеева, Иван Демидов, репортер 73.